Для меня это огромное удовольствие выступить на этом мероприятии и представить российским коллегам, онкологам некоторые исследования, которые проводили коллеги-онкологи в моем центре в Пекине. Сегодня я буду говорить о иммунотерапии для лечения рака легкого в Китае, на нашем опыте. Итак, по глобальным оценкам GlobalCAN 2020 рак легкого является вторым по частоте раком, который возникает у населения Китая. И надо сказать, что у нас огромное количество летальных исходов, это 19,3 миллиона случаев заболевания и более 18 миллионов летальных исходов. Надо сказать, что бремя рака легкого в Китае и в Российской Федерации представлено на этом слайде. Эти данные из Китая показывают, что рак легкого является вторым по частоте раком, которым болеет население Китая. Итак, это большое бремя для той и другой страны. Выживаемость не очень высокая. Это очень серьезная причина смерти в Китае. И я хочу обсудить, где мы сейчас находимся. Последние годы фармацевтические компании в Китае очень много сделали для того, чтобы разработать новые препараты, на которые мы надеемся в борьбе с раком легких. Мы думаем о новых агентах, в том числе иммунных подходов, иммуно-онкологических препаратах, как мы их называем. И вот такая иммунотерапия – это предмет особого внимания. Развиваются клинические исследования в этом области. Мы как раз анализируем специфику, связанную с пациентами азиатскими пациентами и особенностями заболевания и мутаций среди них. Так, монотерапия. Каковы преимущества здесь именно для китайских пациентов? Я привожу на слайде несколько исследований с их названиями и количеством пациентов. Особое внимание PD-L1. Здесь, как вы видите, цифра больше 1% экспрессии этого белка в зоне внимания, особенно сейчас. И наши пациенты получают все возможные преимущества, связанные с выходом на рынок новых препаратов, прежде всего с точки зрения увеличения как безрецидивной выживаемости, так и общей выживаемости. Мы работаем и в области наблюдения за побочными эффектами, их анализируем, естественно, прежде всего в зоне нашего внимания исходы. Вы видите здесь данные по общей выживаемости всех пациентов в этих исследованиях. Это прежде всего исследование Keynote, это пембролизумаб, это иммунные препараты и общая выживаемость. Справа мы можем увидеть преимущества, метаанализ показал преимущества, которые имеют место для азиатских пациентов. Еще одно исследование Трай, которое показало, что иммунотерапия, особенно когда эта комбинация более эффективна, чем предыдущие подходы. Мы прежде всего имеем в виду различные комбинации химиотерапии, иммунотерапии, также, как вы видите здесь, сочетание как бы двух пар и О плюс и О. Мы видим, что в зоне нашего внимания должны оставаться нежелательные события, потому что зачастую именно эта категория пациентов страдает от них достаточно выраженно. Почему иммунотерапия приносит такие результаты, особенно для азиатских пациентов?
были проведены исследования, определенные исследования, исследовали генные мутации. В частности, отсматривались мутации STK11-LKV1 вне азиатских пациентов, сравнивались с результатами, полученными у пациентов Азии. Мы здесь говорим о негативном предикторе с точки зрения ответа на иммунотерапию. Внимание также уделяется клиренсу антител. И здесь опять же PD-1 антитела и клиренс рассматривается как предиктор с точки зрения выживаемости общей при ряде раков. И мы вот здесь приводим цифру 15%. Это цифра для азиатских пациентов по сравнению с, с белыми, так сказать, пациентами. И мы думаем, что данные, полученные нами, будут еще подтверждаться в будущее. Вот то, что у нас есть с точки зрения вооруженности в области иммунотерапии. В 2014 году появились новые препараты. Пембролизумаб был, пожалуй, самым первым. Потом последовал ниволумаб. Был в Китае в июне 2014 года одобрен специальным советом. Затем последовали еще несколько препаратов: атезолизумаб, дурвалумаб, авелумаб. И на сегодняшний день можно говорить о 8 ингибиторах PD-1L1, которые нашим китайским национальным соответствующим советом одобрили. Одобрены. Надо отметить, что идет очень активная конкуренция в этой области между Китаем и другими странами. То есть проводится своя работа. И вот фармацевтические характеристики различных ICIs. Можно говорить о различиях и сходствах, разных продуктах разных компаний с точки зрения периода полувведения, например, тислизумаб, который показывает, например, 25,9 дней, и ториполимаб 12,6. И мы рассматриваем афинность, кинетику, например, сравниваем такие первые препараты, как пембролизумаб, нивозумаб, с наиболее последними. Отсматривается FCIR, связывание на макрофагов, которое может быть связано с медиированием перекрестных процессов. Вот здесь мы приводим данные по трем исследованиям, трех препаратах: тислелизумаб, камрелизумаб, синтилимаб. Это плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак легкого. Данные последних клинических, этих клинических исследований, анализов их результатов. И мы здесь по этой таблице можно судить об ответе ключевых контрольных точек, по ключевым контрольным точкам, по этим препаратам. Опять же, плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак легкого, клинические исследования, иммунотерапия в центре внимания. Это китайские компании, внутренние китайские компании, которые инициировали эти исследования. На слайде приводится дизайн исследований, их название. Можно в заключение привести такую таблицу по результатам, опять же, по контрольным точкам этих клинических исследований: не плоскоклеточный, не мелкоклеточный рак легкий. Лечение можно посмотреть выживаемость. Вторая строчка — средняя без прогрессирования, прогрессирования заболевания и так далее. Если мы будем сравнивать вот эти препараты с тислелизумаб,
например, и другие препараты, разработанные в Китае, мы получаем вот такие результаты. И с точки зрения общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, нам дают надежду иммунотерапия. Резектабельный немелкоклеточный рак, третья фаза, как раз сейчас проводится. Это синтилимаб, как монотерапия, камрелизумаб и химиотерапия. Вы видите, что общий патологический ответ полный и неполный. Это 57 и 85 соответственно. И увеличивается продолжительность жизни наших пациентов. Еще одно исследование ИМПАО-150 – это попытка проанализировать применение иммунотерапии IC-антиангиогенеза, генеза таких препаратов. И дизайн приведен на слайде, это четвертая стадия рецидивирующего метастатического неплоскоклеточного мелкоклеточного рака легких. Это наивные с точки зрения химиотерапии пациенты. Если мы говорим о ингибиторах и антиангиогенезе, то имеет смысл показать вот эту схему. Это синтилимаб и антотиениб. Это многотагертный ТКИ-агент против опухолей ангиогенеза и пролиферация. Было получено одобрение для лечения в качестве третьей линии распространенного немелкоклеточного рака легких. Мы видим результаты через год, они достаточно хорошие, и мы в этом убедились как с точки зрения в показателе выживаемости, выживаемости без признаков прогрессирования заболевания. Вы видите ответ опухоли на лечение ОРА, химиос чувствительные 37 и резистентные 32. Это частота контроля. Здесь приводится 75,64% соответственно. Вот компании, которые достигли достаточно хороших убедительных результатов, и мы видим, что до 8-9 месяцев увеличилась общая выживаемость, что, пожалуй, самое важное. Иммунотерапия, как я говорил, изменила стратегии лечения рака легкого и изменила ситуацию в этом смысле в Китае. Она меняется и дальше меняется достаточно быстро. Мы видим, что больше преимуществ получают китайские, восточноазиатские пациенты от иммунотерапии, чем белое население, но среди них больше, среди азиатов больше уровень нежелательных явлений. Мы должны проводить дальше валидацию этих механизмов. Идет, конечно, соревнования между внутренними компаниями в Китае тоже по добыче, так сказать, более убедительных каких-то показаний доказательных и касающихся в том числе преимуществ для китайского населения. Куда мы двигаемся? Иммунотерапия показала хорошие результаты в лечении рака легкого, но у нас недостаточно предикторов хороших. Например, DMMRA, мы об этом думаем, PD-L1, TMR, они в центре фокуса внимания. Меняется, так сказать, пейзаж биомаркеров для чекпоинтов, для контрольных точек с точки зрения ингибиторов, иммунотерапевтических подходов. Мы думаем над отбором, над пониманием наилучших маркеров. Я думаю, что продвижение в этом направлении может еще раз, еще больше повысить эффективность иммунотерапии. Можно поговорить о битве с резистентностью к иммунотерапии. Есть внутренние и внешние в этом смысле факторы.
которые связаны с резистенцией. Разные стратегии развивались для того, чтобы преодолеть эту резистентность. Мы работали с вопросами ангиогенеза, активности препаратов, иммунными аспектами. Сизотравотинип – это достаточно обнадеживающая разработка, находка в этом смысле. Здесь мы говорим о антигенной специфичности и о важности учета окружения у опухоли с точки зрения иммуносупрессивных факторов, и вот эти аспекты сейчас больше и больше оказываются в фокусе внимания. Идут исследования, сейчас в частности фаза 1b, ситравотинип, как я сказала, плюс тислелизумаб исследуется в случаях продвинутых, если можно так сказать, солидных опухолей, а продолжаются исследования. И мы отсматриваем активацию Т-клеток, Б-клетки, естественные киллеры в зоне внимания, как и, конечно, экспрессия PD-L1 и также интерлейкина 15. Вот то, что находится в фокусе внимания в ходе этих исследований. Мы показываем также на слайде стратегии борьбы с резистентностью в случае иммунотерапии слева. Мы немножко упоминали ситуацию, связанную с окружающей средой, касаясь вокруг опухоли, и необходимость работать с предикторами, которые могут указывать нам на зоны возможного развития нежелательных событий. И не часто, не всегда мы с ними встречаемся, и мы показываем здесь возможности и зоны развития нежелательных явлений. Достаточно много достигнуто с этой точки зрения в Китае, но есть достаточно много вопросов, касающихся иммунотерапии, много вызовов. То, что мы знаем, это всего лишь вершина айсберга. Мы в начале пути. Рак легкого – это огромное бремя для Китая. И иммунотерапия быстро развивается в стране, собственные препараты появляются. Мы работаем и внутри страны, мы понимаем, что происходит, держим в зоне внимания. В мире много вопросов, много неизвестных зон по-прежнему остаются, и перед нами очень большое поле для работы. Спасибо за внимание.